Кондитеры из Чувашии стали лучшими на международном фестивале в Азербайджане. Не удивляйтесь, все участники варили варенье. Чебоксарским мастерам удалось обойти 30 команд. Работники одной из столичных кондитерских начали готовиться задолго до фестиваля. Было понятно, что классику жанра никто не отменял, но чем-то надо удивлять. Удивили, сварив варенье из сосновых шишек. Плоды шишек должны собираться именно в момент цветения дерева, то есть апрель-май, в момент, когда они насыщены полезными веществами, витаминами и эфирными маслами, которые очень благоприятно влияют при простудных заболеваниях на организм. Естественно, это еловый вкус в сочетании с сладостью сахарного сиропа и немножко, скажем, специй, которые оставлю в тайне. Кондитеры продемонстрировали свое мастерство не только в готовке, но и в оформлении десерта. Чувашский орнамент пришелся кстати. Вся салфетка, она изготовлена из пищевых ингредиентов. То есть середину мы видим, это мастика вырезается. Сам узор на стекло наносился с помощью белкового крема. То же самое мы ставили и на розетках, в которых выставлялось само варенье уже на конкурсе. Когда мы выступаем на международных чемпионатах, мы обязательно привозим частичку нашей республики. В чем это выражается? Может быть, в оформлении, выражается в изделии, которые мы привозим. То есть нам очень приятно, что наш колорит, наши какие-то изделия, наши интересные оформления чувашские всегда присутствуют. Членом жюри был Николай Уездный, председатель Чувашской ассоциации кулинаров. Но никаких поблажек своим не делал. Оценки выставлял в соответствии с критериями. Я как член жюри у них там присутствовал, и заместитель главного председателя жюри. И поэтому, когда было 30 команд, знаете, было очень тяжело определить этих лучших из лучших варенья. Поэтому наша команда, Российская Федерация, как Чувашская Республика, показала, знаете, значительное качество, соотношение жидкости и гарнира показатели такие были, вкусовые качества и цвет, и консистенция, то есть все параметры оценили только на оценку «отлично». Кондитеры из Чувашии третий год участвуют в составе российской команды на международных соревнованиях и каждый раз подтверждают свой профессионализм. Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика.